Итак, всем привет, подписчики канала. Игра Ghost Recon Breakpoint. Игра идет в изоляции, естественно, сейчас бушует коронавирус, поэтому мы находимся и стримим дома. Те, кто не знает, надо ходить с масками. Вот, таким делом нужно заниматься на улице. Но стрим я буду вести так, без маски, естественно. Иногда можно одевать, но пока что начнем прохождение игры основной ветки, версии этого замечательного прохождения. У нас скоро на канале будет 10 тысяч, и поэтому будет какой-то естественный розыгрыш в игре. Приступим. Эй, ну ты как тут? Номад. Кто еще кто выжил? Ты отдыхай, друг. Я делаю, что могу. Ты просто супергерой. На. Вот тебе еще суперсила. Мидас пропал. А Уивер? Не думай об этом. Мы со всем разберемся. Оса... Да. С кораблем сейчас вообще связи нет. Поговорю с Мэтсом Шульцем. Он тот главный. Может, у него есть лодка. Не волнуйся. Я приведу подмогу. Иди. Ну, это Эндгин. Такая база этих повстанцев, или как их называют, чтобы не обидеть. Но все равно они, конечно, своего рода герои, но... Так, пропавший без вести, новое задание. Поэтому... Новое задание, выхода нет. Нужно поменять его. Идти... по всяким там. Дрон, как там, Сэм? Хотят вооружить вирусом дрон. Здрасте. Общительные вообще все. Да, я знаю. Призраки уже делают все, чтобы остановить. А кто вы тогда? Подопытные крысы, что ли? Так, поговорите с Шульцем. Так, настройки вроде нормально. Я отказываюсь быть тест-группой для геноцид. Я потребую Шульца созвать собрание сразу, как только мы получим лекарство. Нам нужно обсудить, как именно мы ответим Сентинеллу. Как твой друг? Держится. Да. Спасибо, что выходили. Ты слышал что-нибудь про подполковника Уокера? Он работает с ребятами, которых зовут Волками. Раньше был военным советником в Скалтек. Служил в спецназе. Знаешь его? Да. Виделись пару раз. Thank you.
У тебя бешеный взгляд. Какие планы? Как выбраться с этого острова? А что с нами станется, тебя не волнует, да? До Окленда 2000 километров. Далековато придется драпать с поджатым хвостом. Я не драпаю, Мэтс. Километрах в 20 от берега стоит корабль ВМС США «Оса». Если я доберусь до него, то вернусь с подмогой. «Оса», да? Как-то не хочется, чтобы по острову шныряла толпа морячков. На борту и морпехи были, если что. Тогда другое дело. Слушай, скажу прямо. Против бывших спецназовцев нам не выстоять. Поэтому кое-кто из наших друзей, поселенцев и сотрудников Скел хочет уплыть на лодках. Они смогут укрыться на Осе? Разумеется. Ладно. Я скажу, где лодки. Я полностью с тобой согласна, брат. Они должны за все заплатить. Боец, боевой медик. Стрелок нужно навык набрать. Без навыка никак. Меня, у него будут большие проблемы. Она меня теперь ненавидит. Ты забыл об этом сказать. Думал, она меня простила. Учитывая, что тут творится, надеялся на ее помощь. Стоило мне упомянуть тебя, она отморозилась. Что за проект Деус? При чем здесь проект Деус? При том, что она думает от него один вред. Вас видеть. Я тоже рад, сэр. Подполковник Уокер, Коула Мадера. Коул, рад знакомству. Коула, наш самый талантливый инженер. Ну что вы, я видел ваши дизайны, мэм. Талантливые, это очень мягко сказано. А я ваше резюме. В нем много пробелов. Да. Я так понял, что он не для испытаний? Нет, надо еще пару месяцев. Я хотел спросить, как идет работа по тренировке алгоритма глубокого обучения для дронов? В смысле? Тренировки для каких задач? А? Для анализа и сбора данных и опознавания целей. Мы пока что не занимались этим. Вы хотите сказать, что у вас тут лучшие специалисты по ИИ в мире разрабатывают какой-то суперкомпьютер? А вы, значит, этим не занимались? Он говорит о Медексе. Он говорит о проекте Деус. Представьте, научить эту чудо-машину анализировать, искать террористов и насылать на них дронов. Вы хотите построить супермощный компьютер и первым делом начать убивать? Нет, мэм. Первым делом я хочу, чтобы он оберегал мир. Я уверен, что вы... Ну, вы понимаете. А кто тогда убережет наш мир от проекта Деус?
Как ты мог? Я в этом не участвую. Стой! Нет! Поула! Джесс, если она такая умная, одумается. Вы с Уокером были друзьями. Мы все дружили. Номад, она нам нужна. Никто не знает систему лучше нее. Ты мне нравишься, но из-за тебя страдают люди. Такова цена выбора. Я знаю, как ее переубедить. Рассказывай. Две вещи. Нужно найти улики на тех, кто взорвал лабораторию. Ты знаешь, кто это сделал? Я почти уверен, что изгои. Но надо показать Поуле само взрывное устройство. Во-вторых, надо сходить к ее мужу. Мужа она не упоминала. Он в больнице Ауроа. Номад. Ей будет тяжело. Но она поймет, кому верить. Ладно. Она нам нужна. Номад, как ты? Скучаю по цивилизации, а так неплохо. Не дай цивилизации поработить себя. Слушай. Я тут немного занят личными делами, и поэтому хочу попросить тебя об услуге. Не вопрос. В чем дело? По слухам, к западу от порта Говард, на скелете, нашли старые армейские жетоны. Скелет лежал в лесу у старой машины, которая, похоже, попала под бомбардировку. Человек, который нашел жетоны из уважения, не стал трогать останки. Думаю, они принадлежат моему старому боевому товарищу. Келл был хорошим солдатом и другом, он много раз меня спасал, но мы с ним немного потеряли друг друга из вида, и мне хотелось бы знать, что произошло. Ясно. Мне тоже приходилось хоронить друзей. Я все выясню. Советую поискать к северу от лесного пруда. Найти будет несложно. Это в тонущем краю, рядом с топью Гордона. Я найду. Так, ну вот она позиции. Задачи. Свои, чужие, интересно. Сейчас мы погромить их. Поодиночке. Так, поговорить с шерифом. Идем к шерифу. Ты Шиф? А ты кто? Я Номад. Твои друзья рассказали мне, что ты хотел узнать, почему у горы так много дронов. Да они мне уже поперек горла. Сначала дронов было не так много, но теперь их там целые тучи. Не хочу, чтобы кто-нибудь из моих друзей попал под удар. Их ведь там и убить могут. Значит, ты теперь собираешь отряд для разведки? Да, планировал. Но теперь думаю, что ты гораздо лучше нас справишься. Может, тебе даже удастся понять, что там за адская сирена такая? Пожалуй, взгляну. Еще что-нибудь можешь рассказать? Да, не я один планировал подняться на эту гору. Туда отправилась группа поселенцев. Если увидишь их,
Проверь, все ли у них в порядке. Ясно. А теперь покажи мне, где находится эта гора. Не вопрос. Она к западу отсюда. Просто иди, пока не увидишь озеро Фортуны, вода из которого идет в долину. Ясно. Спасибо. Так, нужно идти к озеру там. Ну, озеро где-то рядом. Я так понимаю. И, скорее всего, нужно в темпе. Рядом тоже задача. Сейчас я посмотрим. Песни сирены. Это какой-то у меня автоматик. Одноствольный. Вообще не впечатляет он меня, надо его менять. Так, что здесь можно взять? Угу. Дрона можно вытащить, но сейчас подбежим. Какие все-таки места свободные для игры, то что надо, да? Так, а это что? Изучаем свободный мир. HDR включить нужно. Так, смотрим, смотрим. Где кто? Свое, мое, твое. Утомление у девушки, видите? Компец какой-то нашли. Карта обновлена. Лагерь на хребте. Девчонка так ничего, резвая, смотрю. Шустренькая. Вот и машиненка. 820 метров. Вообще к задачам и к этим всем нужно готовиться. Я не думаю, чтобы так сразу. Песня сирены. Так, спокойно. Так, сейчас этих двоих можно. Громко. Ну ничего. По 90 ближний бой, думаю. Установить рельсовый щиток. Надо приобрести будет позже. Дали достижение на 7. Мастер, так, а что у них здесь? Такое. Подходим к песне сирены. Сирены. Здесь, конечно. Получается такой бой. Отжарим, ублюдка. Молодцы. Подходим. Так, стреляйте или не стреляйте? Иду в укрытие. Ох ты. Почему укрытие? Ты должен идти на нас. Ты должен идти на нас. Расследование. Найдена модификация, новый магазин.
Так. Для получения дальнейшей информации осмотрите архипелаг Аура. Выключилась сирена. Хорошо. Это документ, в котором описаны испытания прикладывания маршрутов. Карта. Теперь нужно отключить сирену. Я так понял, как все связано. В пещеру попали как-то случайно. Так, этот тоже сдох, развалился. Мы не ищем легких путей, но подходим к цели. Все. Так, вот, собственно, сама антенна, которую нужно выключить. Просто другого характера. Есть ли здесь еще кто? Взлом. Так, все отлично. Отключили звук. Задача выполнена. Теперь осталось поговорить с шерифом. Пошли. Так, наконец-то я вышел из пещеры и двигаюсь к шерифу. Наконец-то. Все. Пошли. Подходим к шерифу. Надеюсь, теперь тут стало потише. Да уж. Наконец можно хотя бы с мыслями собраться. А в чем было дело? Кто-то организовал рядом с вами полигон для обучения дронов. Там и лабиринт, и все такое. Проблема в том, что и антенны, и передатчик системы сломались. Система стала вещать на высокой частоте, привлекая к себе дронов. Проблема уже устранена, так что теперь у вас станет безопасней. Понятно. Спасибо за все, Номад. Это прилетело с неба. Похоже, твоя работа. Привет. Да, это мое. Фонари для моего деда. В его честь. Что сделал твой дед? Он был солдатом Второй мировой. Разбился на острове, дезертировал, а затем встретил мою бабушку. По-твоему, забыть о долге — это почетно? Я отмечаю совсем не это. А что? Я всегда восхищалась дедом. Однажды, после сильного дождя, я нашла его фотографии. Они были закопаны в нашем саду. Фото из его прежней жизни, времен войны. Каждый год, в день его смерти, я зажигаю эти фонари в знак того, что никогда не поздно измениться. Мой дед убил много людей. Но ему хватило смелости признать свои ошибки. Он сделал все, чтобы искупить свою вину. Смелостью называется немного иное. Он начал жить с чистого листа. В этом и есть смелость. А эти солдаты оскверняют память о нем. Почему ты так говоришь? Я хранила все фото деда. Помню каждую деталь на них. До пуговиц на куртке. На прошлой неделе я увидела ее на одном из солдат. Они украли его Таунга, его ценности. И ты хочешь их вернуть? Да. Я покажу тебе фото того, что было украдено. Стоп. Я узнаю часть этих вещей. Они принадлежали моему другу, Мидасу. Их тоже взяли солдаты? Они взяли все. Я тебе помогу.
Значит, теперь нужно двигаться в объект Тонущий край и собрать сведения. Пошли. Так, успокаивающая душа сюда, видимо. Сейчас полазим по этой деревне. Понятно. Куда же без вас? А нам без вас. Лезь давай. Молодец, потому что... Лучшая это атака, как его, нападение, такая-то. Успокаивающий душу. 2,2 км. Вот так, с виду доброе село, а? Что это? Двое здесь каких-то забрело чудиков. Забрав скелла, призраки бросили нам вызов. Это так. Не шутки. Так. Давайте как-то вас чисто... Чисто тихо. Это все, что я знаю. Спасибо вам. Так, объект находится в регионе Тонущий край между берегом и лесом, да? Тут... Черт! Что-то он тут. Так, что здесь было? Давай смотрим это место. Я не понял, короче, нужно уходить. Там следующая точка, следующая точка, да? О, блин. Поехали. Нет. Задолбали, друзья. Вот еще здесь солдат бывший. И там на них он и лодка, кстати. То, что надо. Открыт. Сейчас этого тоже нужно ликвидировать.
Я никогда не смогу тебя до конца отблагодарить за это. Мой дед до самой своей смерти терзался тем, что сделал. Мой долг — сохранить память о нем, чтобы никто не повторил его ошибок. Его лучший друг, еще один солдат, пострадал куда больше. Но это слабое утешение. Твой дед пытался выжить в несправедливом воюющем мире. Я знаю, что и Мидас где-то здесь. Он сражается за свои идеалы. А большего и требовать нельзя. Лучший друг деда. Его звали Сиру. Он поставил верность родине превыше всего остального, выбрал более жесткий путь, который привел к... К жесткому финалу. Боюсь, что так. Он погиб в бою? Нет, он изолировал себя. То, что он видел, то, что испытал, он пытался от этого сбежать. Мы все в долгу перед солдатами, заплатившими высшую цену во время войны. Если пойдешь по его пути, берегись. Возможно, тебе не понравится то, что ты найдешь. Так, узнать, как Широ прибыл в регион Либерти. Пошли в регион искать.